Накальный прямой эфир. Мяч полетает, отбивает Климович. Тут Фомие, Джоэль Фомие выходит на... Да, что будет с левой ноги? Нет, с правой удар. И мяч попадает. Мяч попадает в перекладину, отлетает. Удар выше ворот. Ладно, в кубке не читаются такие правила, но все равно мы смотрим удар, еще удар. И гол! Ну, гол же. Отстань. Я выиграл! И побеждает команда.